Поселок Развилка богат талантами. В Развилковской библиотеке на одной из полок рядом с другими изданиями появилась еще одна книга. В нее вошли различные произведения более чем 40 авторов в возрасте от 8 до 89 лет. Инициатива исходила от жителей поселка Развилка. То есть нас никто не заставлял, с нас никто ничего не требовал. Вот мы на энтузиазме в это включились, и каждый сделал кто что мог, и вот у нас уже получился результат. В книге, получившей название «Из развилки с любовью», собраны произведения различного жанра. Статьи, стихи, воспоминания. Есть даже былина и баллада. Здесь немало иллюстраций, рисунков, репродукций живописных картин, фотографий. В сборник вошли произведения тех людей, которые являются нашими соседями, нашими коллегами. Мы порой, живя рядом с человеком, не знаем, что он достаточно интересен. Мы просто «здравствуйте», «до свидания». А прочитав эту книгу, кто-то узнает больше о людях его окружающих. Работа над книгой длилась 2 года. Зинаида Ивановна Васильева, вдова жителя Развилки, писателя Юрия Николаевича Васильева. Он выпустил книгу «Пропавшие без вести» о Великой Отечественной войне. Зинаида Ивановна в память о муже передала для книги «Из развилки с любовью» один из его рассказов. Он сам закончил Куйбышевский индустриальный институт. Вот, ну, по разработке нефтяных и газовых месторождений. Здесь, в Москве, он закончил аспирантуру. Я никак не могу добраться до всех его архивов. Он с молодости писал рассказы небольшие. В настоящий момент выпущено только 4 пилотных экземпляра книги. Сейчас совместными усилиями в них вносятся правки, чтобы уже основной тираж отпечатать с их учетом. Собирала материал и делала верстку Ольга Кузьмук. На взгляд авторов, получившийся сборник выше всяких похвал. Да, Ольга Леонтьевна мне эту книгу дала в руки. Ну, то есть меня она поразила просто своей красотой, честно. Вот. Мне было очень приятно с Ольгой работать. Кстати, если, даст Господь, и будут какие-то продолжения, если ее хватит на то, чтобы с нами с кем-то еще возиться, и какие-то еще архивы народ свои поднимет, да, и что-то мы вместе еще такое создадим, вот я бы Ольге доверилась на все 100%. С финансированием тиража книги помог в НИИ ГАЗ. Пока собираются выпустить не более 100 экземпляров, но, скорее всего, получится значительно больше. Кстати, и губернаторскую премию «Наше Подмосковье» в случае победы планируется потратить на дополнительный тираж. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.